смотрите, и вы у нас найдете свою трассу, вы можете даже мне там в смысле загадывать. В каком зоопарке, но может быть, я знаю, что наши панды, вот наши свинки, и я сказала, панда может есть практически бесконечно, часов 12 в день, это вот нормально. Потом 12 часов поспать. Хватило, что ли? Да, хватило. Силы там есть, там Бога. Значит, он наш сок замороженный, и вы морозили, посмотрите, как вот инкрустирован. За что взялся? За цветок. Я просто уже не вижу, за спиной у вас, поэтому... Значит так, первый у нас большой сюрприз, вот сейчас что он снимает. Посмотрите, да, там кусочки ствола бамбука на рисовое основание цветка. И что? Куда с большим интересом подходить. Да, очень калорийная. Для нее эта еда, в общем-то, не такая привычная. Что для нее обычная? Капустная кочерыжка. Вот примерно так же проучит сейчас, если бы не стекло, вы бы слышали это хрумчание. И даже я... Вот сейчас... Ну, конечно. Вот смотрите, как она ее взяла. Во-первых, она ее очищает, обратите внимание. Если это пан хороший. Естественно, он уже почувствовал, что здесь были сотрудники. А, нет, не тюльпанчик. Ну, скажем так, розочка. Да, значит, вот первая розочка. И смотрите... Нет, спикер вам все расскажет сам по себе. Это будет начальник отдела фауны Китая. У каждой панды есть какие-то свои предпочтения. Вот вам, пожалуйста. Торт, конечно, вкусен. Было сказано, что она развалится, и у вас получится два желоба. Потом совершенно виртуозно клыком специальной перемены. И потом этот вкусный... Вот, вот, вот.